Добрый вечер, дорогие друзья. Рад видеть вас всех. Рад, что вы с нами. Через одну минуту мы с Божьей помощью начнем наш еженедельный урок по четвергам 21:00. Кстати, этот шаббат, это особый шаббат. Еврейские даты в этот шаббат – это 12-го Тамуза. 12-й Тамуз – это праздник освобождения. Называется это Хага Геула, праздник освобождения. 6-й Лубавичский Ребе, предыдущий Лубавичский Ребе, Раби Йосеф Ицхак Шнейерсон. Хасидим его называют Ребе Раяц, или предыдущий Ребе. 93 года назад, в 1927 год, в дата 15 Сивана он был арестован в секции в Ленинград за его деятельность, за его работу. Он был единственный почти, который не побоялся быть против советской власти. И после революции в 17 год началась целая тенденция против религии, закрывать все, и Ребе Раяц это был единственный, который не считался и стоял против всех ради сохранения еврейства. Они его арестовали 15 Сивана. Сначала судили его, не дай Бог, на лишение жизни. Потом милосердие Всевышнего отменили этого, хотели его отправить на 10 лет изгнания в остров Словакии. А потом поменяли на 3 года в Кострома, главное, чтобы он не находился в Ленинград и в Москве. А потом Всевышний помог, и 12-го Тамуза позвали его и сообщали его о его полное освобождение. Это очень долгая история праздника освобождения предыдущей Ребе. Но это огромное чудо, благодаря которого можно сказать, что все, что потом было, что 70 лет спустя сломался этот нехороший власть, который воевал, коммунистический режим, который воевал против Тора, против веры в Бога, и он был распущен по всему миру. Можно сказать, что начало, первый толчок, когда они впервые проиграли, они проиграли предыдущий Лубавичский Ребе, и поэтому этот день называется Хага Геула, праздник освобождения. В ближайший шаббат стоит об этом говорить, и чтобы эта история дополнила нас, всех нас, в много энергии, силы и уверенности в том, что как девиз, который был в эти годы, что нет никого, кроме него одного, и поэтому не надо бояться, не надо считаться, любая ситуация решается, и когда Бог с нами, когда мы идем в путь Тора, Бог всегда с нами, и у нас всегда-всегда все из Божьей помощи получится. А теперь, друзья, хочу начать наш урок с вопросом. Когда рождается еврейская семья, слава Богу, на добрый час, ребенок, мальчик или девочка, вы все знаете, с одной стороны, это очень большая радость, слава Богу, но с другой стороны, уже начинается все чувствовать напряжение, тонус со всех сторон. Бабушка с этой стороны, тёща с этой стороны, и тётя с этой стороны, и дедушка с этой стороны. Все начинают обсуждать одна тема. Какое имя мы будем выбирать ребенка? Те хотят имя этой дедушка, те хотят имя этой бабушка, прадедушка. Он был очень хороший человек, этот был большой ученый Тора, этот был большой хасид, это был очень порядочный человек. Каждый имеет свои причины, почему именно такое имя должен быть. Так или иначе, имена и в еврейский мир, в еврейской традиции, и в еврейской культуре, и в еврейской семье имя человек имеет очень большой, глубокий смысл. И это действительно так. Мы знаем о том, что имя человека это не просто знак, как цифра, номер паспорта.
это гораздо больше, чем этого. Это духовная вещь. Это канал, через которого Всевышний снабжает этому человеку жизнь, здоровье, энергия, обеспечивает его все, что ему надо. Возьмем простой пример. Не дай Бог, чтобы все были здоровы. Но не дай Бог, если человек болеет, и у него есть опасность, есть опасно на его жизнь, он находится, и, не дай Бог, в рисковой, очень жизненной ситуации. Одни из путей, которые принято делать, это добавить имя. Имя, которое символизирует лечение, которое символизирует жизнь. И дай Бог, если человек очень сильно болен, ему добавляет имя Хаим, чтобы для жизни, или Рафаэл, чтобы Бог вылечил его. Если это женщина, это Хая. Что нам идти далеко? Тор, наша прамама Сара, ее звали Сарай. Долгие годы, как мы знаем, она не могла стать мамой. Что сказал Всевышний Аврааму? Поменяй ее имя. Не будешь больше ее называть Сарай, буква самах рейш юд, но буква син рейш юд, будем ее называть как Сара. И Бог Сарай не может стать мама, но Сара будет мама. Мы не войдем сейчас на эти детали, почему именно Сара поменяла судьба. Это отдельная тема. Но мы видим, что имя – это очень важная вещь. Сарай не могла стать мама, Сара стала мама. Всего ли прошлой неделе, когда мы читали в Тора глава Шлах, не в Израиль, кстати, в этот шаббат мы объединяемся с нашей братьей и сестры на святой земле. Там, до этого шаббата, у нас читали одна недельная глава в Тора, а там уже на глава выше нас. Это началось в праздник Шавуот, второй день Шавуот был в шаббат, а мы в диаспоре еще читали в Тора глава, которая связана с праздник Шавуот, а в Израиле уже читали глава Насо. А поэтому они в последней неделе были всегда на одну неделю выше нас. На этой шаббат у нас мы читаем две главы. Глава Хукат и глава Балак. А в Израиле только глава Балак. Так что со следующей недели мы уже вместе. С Божьей помощью. И прошлый шаббат мы читали глава Шлах. Сразу в начало, когда Тора пересчитывает имена эти разведчики, которые Моше Рабейну отправляет. Она упоминает имя Хошеа бин Нун. Это была правая рука Моше Рабейну, который был потом преемник Моше Рабейну, стал лидером народа после Моше Рабейну. И Моше Рабейну особо застраховал его. Что он делал? Он поменял его имя. Ваикро Хошеа бин Нун Йехошуа. Впервые в Торе мы читаем, мы встречаем это имя Йехошуа. До этого момента его звали Хошеа, а Моше добавляет буква Юд, меняет его имя, его зовут уже Йехошуа. И Раши подчеркивает, что именно это спасет тебя, Йехошуа, от мыслей твоих коллег, разведчиков, мераглим. То есть имя – важная вещь. И поэтому имя – это решающая вещь в жизни каждого человека. Вот по этой причине. Действительно, когда рождается в еврейской семье мальчик или девочка в добрый, счастливый час, дай Бог побольше, все думают, какое имя будут выбирать и в честь кого. Но все знают одно, что имя будет в честь хороший человек. Это может быть родственник, это может быть праведник, цадик. Много очень называют своих детей имя цадиким. Есть дети, которые их зовут Менахем Мендель в честь Лубавицкой Ребе. Такие, которые Йосеф Ицхак в честь героя ближайший праздник Ребе Раяц. Есть другие цадиким, очень распространенные имя Хая Мушка в честь, или просто Мушка в честь Ребецен Хая Мушка. И другие разных имена, которые люди дают в честь хорошей святые люди. Или родственники, или цадики. Но я знаю, что ни одна еврейская семья ни одна. Не будут называть своих детей, не будут давать мальчику имя Хаман. Да? Это понятно.
Хаман это был самый страшный наш враг, который хотел нас уничтожать. Никто не будет называть своего сына Амалек или Адольф, Адольф и Гитлер, Ямах Шамай. То есть никто не будет взять имя, которое символизирует нехороший человек, который был враг и злодей еврейского народа, и он будет называть своего сына или свою дочку с такой именем. Теперь хочу обратить ваше внимание на название нашей недельной главы. Как она называется? Балак. Кто был Балак? Это был какой-то большой цадик? Это был великая личность? Нет. Балак это был цар Моав. Это был злодей. Он ненавидел еврейского народа. И Медраж говорит, что он был хуже, чем все остальные враги еврейского народа. Он, смотрите, что он делал. Что он там хотел? Народ Израиль был в пути в страны Израиль. После ожидания столько много лет в пустыне Синай, они идут в Израиль. И они идут мимо, они должны идти мимо Моав. По дороге они уже победили две сильных царей, Сихон и Ог, Мелех Абашан. Есть одно слабое государство, называется Моав. Бог предупреждал народ Израиль. Аль тацер эт Моав. Моав это праправнук Лот, племенник Авраам. Это родственник еврейского народа. Бог сказал, аль тацер эт Моав, что мы не будем трогать Моав. Но Балак, возможно, не знал об этом, и он очень побоялся, что мы пойдем мимо, что мы пойдем в Моав, и можем их тоже уничтожать. Моисей Рабейну попросил у него, разреши нам ходить через вас, мы купим у вас вода и хлеб, но он отказал ему. У него появился страх, он не знал, что будет с еврейского народа. Он объединился с его соседей Мидьян. И он их спросил, Моисей Рабейну, в свои молодые годы, когда он сбежал из Египет, он же был у вас. Его дочка, его жена Ципора, это же дочка Итро, который был священник Мидьян. И он спросил, этот Моше, лидер еврейского народа, какой у него самый, какой его секрет, где его сила? Они его сказали, его сила и в его род, его молитва. Сила молитва к Богу, это его сила. А он подумал, тогда мне надо найти какой-то противоречие силы, как Моше Рабейну. И он нашел Билам, Билам сын Беор, который был пророк, не еврейский пророк, он знал, как можно проклятить еврейского народа, не дай Бог. И вот у Балак была идея. Идти против них в обычное оружие, он боится. Он будет использовать неконвенциональное оружие. Была какая-то проклятие, которое будет уничтожать всех. Это как люди, которые используют атомный бомб. Атомный бомб это неконвенциональное оружие. Она уничтожит, не дай Бог, все. Невиновные люди. И война тоже есть правила игры. Те, которые нарушают правила игры войны, это в основном это диктаторы. Это такие государства, где там нет уважения к жизни человека, где там нет демократии. Нормальные люди, даже когда, не дай Бог, они должны вести войну, и война имеет свои правила игры. Война идет военные против военных. Никто нельзя трогать невиновных людей, гражданские лица. А тут Балак, он настолько ненавидел еврейского народа, что он не побоялся заказать такое оружие, что это было проклятие, которое, не дай Бог, может уничтожать все. Дети, женщины, пожилые люди, люди, которые не являются никакой опасной для государства Моав. И поэтому говорит Медраш Танхума о Балак, что это был страшный враг. Он ненавидел еврейского народа, он был хуже, чем все остальные враги. Он хотел уничтожать целую нацию, целый народ. И как мы помним его? Не более, не менее. Мы оставили Балаку вечный памят. Глава Тора, которая носит его имя. У нас нет Тора, глава, которая носит имя Авраам.
У нас нет глава, которая носит имя Ицхак, или имя Яков, или имя Моше, но у нас есть глава, которая носит имя Балак. Знаете, есть люди, богатые люди, которые при жизни готовы платить большие деньги, чтобы построить синагоги, чтобы построить еврейский центр, который будет носить их имя, чтобы на многие поколения спустя, что люди будут знать о том, что когда-то жили такие люди. А тут бесплатно. Он хотел нас уничтожать. А в ответ мы говорим о том, господин Балак, знак уважения к тебе, это и глава Тора носит твое имя. Какой в этом логика? Действительно, какой в этом логика? Но я хочу добавить, вопрос не только в логике, вопрос галахический. Наша Тора имеет свое мнение на каждый вопрос в жизни, даже на таких вопросах. Можно давать такое имя или нельзя давать такое имя. Представьте себе, что будет человек, который скажет, он придет к раввину и скажет, Ребе, у меня родился сын, мне очень нравится имя Балак. Или мне очень нравится имя Нимрод. Помните Нимрод? Нимрод это тот, который бросил Авраам в огонь в качестве наказания за то, что Авраам сломал все идолы его отца Терах. Нимрод был злодей, пошел против веры в Бога. Или Ишмаэл, старший сын Авраам. Есть даже места, знаете, есть даже места, где наши мудрецы сомневаются, можно ли давать имя Элиэзер. Элиэзер еврейское имя, но так, раньше так и не было. Мудрецы сомневались, можно ли давать имя Элиэзер. Знаете почему? Интересная вещь. Кто был первый Элиэзер? Это был помощник Авраам Авин. Раши рассказывает, Раши приводит медраш, что когда Элиэзер, когда Авраам Авину, даже отец Авраам отправил Элиэзеру привести Ривка в качестве жена для Ицхак. Элиэзер дал намек о том, зачем нам надо идти далеко. У меня есть дочь, очень хорошая. Может быть, она станет будущей жена Ицхака. Авраам сказал, не может быть. Ты проклятин, арур, а мой сын Барух, благословлен. Поэтому это не может быть. Теперь мудрецы сказали, поскольку Авраам называл имя Элиэзер как человек, которого он не имеет, не носит благословения, может быть, нельзя давать такое имя. Мы вернемся еще к этому. Но даже на такое имя есть сомнение. Значит, приходит человек к раввину и говорит, Ребе, можно ли меня давать своего сына такое имя, как Балак или Ишмаэл или Нимрод или другой? Или другой, или именно или Хаман, или Амалек, или любой какой-то имя, который символизирует злодей, который символизирует враг еврейского народа. Вот он такой, он просит такой ответ, он просит у Ребе, Ребе, дайте мне заключение. По закону Тора, по закону Шулхан Арух это можно или нельзя? Этот вопрос обсуждает наши мудрецы в Талмуд, в том Юма. В том Юма, 38 лист, существует дискуссия по поводу такой вопрос, можно ли давать такое имя или нет. Написано так. Тану Рабанан, приводится Брайта. Учили Рабанан в Брайта. Бен Камцар ло раца леламед ал маасе хактан. Время храм бил один человек, который звали его Бен Камцар. У него был очень большой талант. Он мог взять среди пальцами вместе 4 ручки и правильно, когда имя Всевышнего, это слова, которые составляют 4 буквы, он бы написал я и написал эти 4 буквы в один раз. Типа 4 ручки в одно место, и так сразу у него появилось как правильно писать имя Всевышнего. Пришли к нему мудрецы и сказали Бен Камцар. Это такая хохма.
это такая хохма, что ты умеешь писать имя Всевышнего Шема Мефураш так правильно, ты же не будешь вечным. Может быть, научи кого-то еще, чтобы этот секрет не уйдет вот этот мир вместе с тобой. Но научи кого-то, чтобы еще кто-то будет знать, как правильно и писать имя Всевышнего в такой же технологии, как у тебя есть. Бен Камцар не хотел. Не хотел давать, не хотел никому не учить этот секрет, как правильно писать имя Всевышнего. Что сказали мудрецы? Шлоймо Амелех говорит в Мишлей, книга Мишлей, Шлоймо Амелех говорит «Зехер цадик левраха, вешем решаим еркав». Сказали мудрецы так, Шлоймо Амелех говорит, когда мы упоминаем имя цадик, это сразу благословение, браха. Но когда мы упоминаем имя злодей, еркав, надо уничтожать это имя, не поднимать это имя. Говорит Раби Элиезер, имя еркав значит, не будет это имя будет уничтожено. Сказали мудрецы, поскольку Бен Камцар ведет себя как злодей, и он не хочет делиться с евреями такой важный секрет, как писать имя Всевышнему, поэтому мы говорим, צדיקים, которые били раньше, זכר צדיק, памят о них, это браха. Имя злодей, как Бен Камцар, будет уничтожен. И поэтому вы встречали когда-то человек по имени Камцар? Нет. Мудрецы наши в том юма запретили этого делать. И почему действительно? Почему действительно мы не хотим, что это будет, что мы хотим отомстить этим людям? Нет. Причина совсем другая. Раши говорит о том, что мы не хотим, что он стал премьер. Мы не хотим оставить его память. Память надо оставлять хорошие люди. Память надо оставлять хорошие люди. Не хорошие люди память нельзя оставлять. И поэтому такие люди, которые были злодеи при жизни, мы не хотим давать новые люди, новые дети, которые рождаются, имена, которые оставляют память на этих людей. Это одна причина. Это говорит Раши, известный Раши. Еще один мудрец, который жил даже раньше Раши. Звали его Рабейну Хананел. Он писал комментарии почти на весь Талмуд. Рабейну Хананел, он жил в Тунисе. Он вернулся в Иерусалим в Тунисе 965 лет тому назад. Послушайте, что он говорит. То, что мы не хотим давать новорожденные дети имя, которое носил злодей, это чтобы не повредить их. В это имя отсутствует браха. Если мы будем давать детям имя, как Балак, как Аман, этот ребенок не будет счастливым. И это мы не хотим. Мы не хотим, чтобы мы хотим, мудрецы хотят, чтобы все были счастливые люди, чтобы все заслужили максимальное благословение Всевышнего. И поэтому говорят нам мудрецы в Талмид, «Шем решаим еркав, имя злодей надо уничтожать, не надо передать эти имена следующим поколениям». Например, я вам дам, мы прошлый шаббат читали в Тора глава Корах. Я знаю, что вы все сейчас спрашиваете, как же называли Корах. Хороший вопрос. Это тема Ребе. Кстати, все, что мы сегодня разговариваем, основа всего это святая беседа Лубавского Ребе, которая печатанная в книге Ликутей Сихот, 23-й том. А там Ребе тоже упоминает этот вопрос. Он говорит, а где Корах? Ребе говорит, нет, есть большая разница. Корах, правда, он грешил. Правда, он страшно ошибался и пошел против Моше Рабейну. Но, во-первых, его дети делали чува и вернулись к жизни. И, как мы уже упоминали, пророк Шмуэль, это был один из его потомков. Кроме того, Корах сам делал чува. Там, где он находится, в глубине земли, мы знаем то, что Гемора рассказывает, что Рабби бар бар Хана, один из мудрецы Талмуд, ходил на это место, и он услышал голос, как Корах и вся его
Компания, они кричат, Моше эмес в Тойросе эмес, они говорят, Моше был прав и его Тора прав. Поэтому Корах сделал чува, поэтому можно еще допускать такое имя в Тора. Кроме того, Ребе, Лубавичский Ребе объясняет, что Корах, он дал нам пример, он стремился стать Коэн Гадол. Хороший пример, всегда надо стремиться быть более святой и более святой. Но Хатам Софер, известный мудрец, Раби Мойше Софер, он жил в Братислава, был раввином Братислава, там он и похоронен в Братислава, он вернул свою душу Всевышнему 181 год тому назад, это очень известный мудрец. И Хатам Софер говорит, почему так случилось? Скорах, что он так грешил против Мойше Рабейну. Он же был умный, помните, прошлый урок мы подумали, почему Корах грешил? Он же действительно был умный человек, не глупый. Говорит, Хатам Софер, там было и то, в это играл роль тоже его имя. Имя Корах, это имя один из сыновей Эйсав. И этот сын Эйсав был злодей. И это имя повлияло на Корах. Вот видите, он доказывает нам. Нехорошее имя может довести человека, который носит это имя, на нехорошее место. Если мы упоминали Талмуд в том Юма, который обсуждает это, а в другое место, в том Юма, 83-й лист, в том Юма есть история, короткая история. История рассказывает о три мудрецы Мишна, Раби Мейр, Раби Юда и Раби Йоси. Они отправились в какую-то поездку, чтобы собрать деньги, чтобы обеспечивать нищих, бедных евреев. Их нужно все, что надо, для фонд, который были в их община. И по дороге назад они остановились на шаббат или переночевать и в какой-то гостинице или мотел, как было тогда. И надо было, у них были деньги, у каждого имел свои деньги, которые он, у него были, надо было это где-то оставить. Они хотели, они подумали, владелец, они говорят, наверняка, есть сейф, отдадим ему на хранение. Раби Юда и Раби Йоси отдали свои деньги на хранение в этом сейфе. А Раби Мейр спросил у него, как тебя зовут? И он сказал, меня зовут Кидор. Какое имя? Кидор. Раби Мейр решил, он не отдает свое имя. Он эти деньги сохранил под свою подушку. Как говорят люди, то, что спокойно, спокойно. Никому не хотел отдавать. На завтрашний день, когда они собрались уйти дальше продолжать свой путь, Раби Юда и Раби Йоси подходили к этому владелице, и им сказали, деньги наши, какие деньги. Казалось, аферист еще какой. Никакие деньги у них не вернули. Они посмотрели, Раби Мейр говорит, Раби Мейр, откуда вы знали? Почему вы не дали ваши деньги? А почему, откуда вы знали? Вот я спросил его имя. Он сказал, что его имя Кидор. Имя Кидор упоминается в книге Дворим, глава Азину в Нехороших. Коннотация, то написано «Кидор тапухот эйма». Тора хацат габрита какое-то поколение, что это нехорошее поколение, это называется «Кидор», и поэтому говорит мудрецы в Гемаре, «Раби Мейр, хавидайик бишмо». Раби Мейр всегда посмотрел, какое имя у человека, исходя из его имя, он формировал свое мнение об этом человеке. Имя – это вещь, которая влияет от человека. И поэтому Корах был неудачный, и поэтому запрещено давать имя в честь нехороший человек, чтобы не повлиять на наших детей. Кстати, мы упоминали имя Ишмаэль и Элиезер, но это, конечно, не принималось. Наоборот, мы видели Моше Рабейну, как Моше Рабейну называл свой сын. У Моше Рабейну были две сыновей, Гершом и Элиезер. Моше Рабейну дал своего сына имя Элиезер. И, то есть, если Элиезер это нехорошее имя, как Моше Рабейну этого давал. И мы знаем, что Элиезер очень красивое еврейское имя. То же самое имя Ишмаэл, правда, первый Ишмаэл, сын Авраам, как мягко сказано, не был самый большой цадик. Но потом уже были очень хорошие Ишмаэлы. Мы начинаем утром, каждый утренний молитва, каждый день, что мы говорим, Раби Ишмаэл умер. Говорим мне Раби Ишмаэл, Раби Ишмаэл Коэн Гадол. В чем разница между Элиезер и Ишмаэл? Элиезер и Ишмаэл имеют очень глубокий и важный смысл. Был такой мудрец, он жил 214 лет назад. Был большой каббалист, большой посек.
פוסק את הזקון אפיסטיל, נפיסל עוד שמנוג הקניג. זה לבוא רב חיים יוסף דוד אזולאי, חידו, און וירנולסו ירושב איטליה. חידו נפיסל בולשוי קניגה נזווה את השם הגדולים, איתם און אביס ניית, הוא גברית, שעוד הכל אליעזר. פרבדה אליעזר את הבלעימי הרב אברהם, כתורק מי הוא פמינלי אברהם, נדע לי מו בלגה סלוויני. נו, אליעזר קקס כזל מויש רבינו, כי אלוקי אבי היה בעזרי, ססילני מבועצה פמוג מניה בלריאד דם סמנוי, פמוג מניה. איפה אתמו, אליעזר חרוש אימיה, סימבליזיר ואית פומש סבישנם, נפמינה את נסתום, שטובוק סגדר ידם, אליעימיה ישמעאל, לא דקו ישמעאל, ישמע כל, בוג וסלישית נס. יפעתם או נס מטרה שאתו פר וישמעאל, נביל קקס כזה צמי, צמי סבטוי, נו, אם היא אסמה ישמעאל, אני אוהבת עוצ'ין סילני גלובוקי סמיסה, יפעתם או אליעזר ישמעאל, כאן יש נמוש נדרה, נו דרוגי מן הזלדי, כק בלה, כק אמן, כק המלא, כק נמרוד, זה פרישינו דבר, איתות מבזרשה עם סקנש ופרוס, יסלי נסטולקה זפרישינו דבה תקיח אימינה, כך שנשא יגלבה מייסתה וליפמיית, תקו איזלדי כך בלעם. ובטא איזה שיחה, ודבצת תרית איתום לקוטי שיחות, רבה אביסניית, очень интересный подход объясняет почему действительно Тора дала имя в этой главе в честь Балак несмотря на то что Балак бил то что бил. Рабе начинает с вопрос. Книга Шмот глава Бешалах. Там есть такой пасук. Пасук написан так. לפני בעל צפון ניחחו תחנו על הים. כגדה סבישני גברית ורסקו נרודה כך איתי, עוד היותם דירקציה, ככוי פוט ובוד איתי איתי, און איספול זווית אימי הצנטר אידי לפקלון סטבד לאיגיפטיאן, כתור נזבל סבעל צפון, או אימי און נפילה, תביל צנטר אידי לפקלון סטבד. יום גבריתים, ווזלי בעל צפון, ווזלי עתת בעל צפון, תם בוליתי אסטנביצה. תבו לי דלווה זנק דן עד אסטנביצה ווזלי מוריה. ספרה שווי צבא פרוס, ספרה שווי תרבה ולקוטי שיחות, פריבולי תרבה ופרוס כתור ספרה שווי תוספות. תוספות פרה שווי תקק, ג'סקזה לתורס קז'יסינה מישראל, יני בולות אסטנביצה, ווזלי בעל צפון, נפיס לנו שב גמרה שטו אימיה, איזה לפקלונסטווה נלזה ופמינה דאז'ד טכנית שסכיך פריצ'ין. תלמוד נפיסים אשתו נלזה, אשתו ברובן סקזל סביבו דרוג השימן, סטרטימסה ווזלי אתוי צנטר איזה לפקלונסטווה. תול קווקאצ'סטווה זנק המסטק דה סטרטימסה. תלמוד את הזה פרישי, פצ'ימו, איזה לפקלונסטווה את התקוי נחרו שהביש, שונם נלזה איבו ופמינת, даже для технической цели. Если так спрашивает Тосфот, как же Тора говорит народу Израиль, что они будут остановиться на берегу моря, где? Какой знак она дает? Возле Баал-Цефон. Самый центр идола поклонства в Египет является в Тора знак места, где мы должны остановиться. Непонятно, чего? Как Тора использует такое имя, когда мудрецы в Талмудам говорят, что нельзя. И тут дает Ребе, чтобы этого объяснить, Ребе дает нам очень важные правила. Ребе говорит, когда можно просто так упоминать имя злодей, нельзя. Просто так упоминать имя центра для поклонства, нельзя. Когда можно этого упоминать? Когда мы хотим что-то
Когда Тора хочет нам что-то учить, тогда используй Тора и упоминай эти вещи. Например, почему упоминали возле Красного моря, что мы будем стоять недалеко от этой центра идолопоклонства Бальцефон? Очень просто. Чтобы вечно во всех поколениях, если у кого-то будет дурная идея подумать, возможно, в этой идолопоклонстве какой-то сила есть, он посмотрит и в Тора и скажет, что он не увидит, что возле этот Бальцефон египтяне, которые всю жизнь служили его, получали самые тяжелые наказания. И что после этот Бальцефон еврейский народ, который не служил его, увидел самое большое чудо в истории. Еврейский народ возле этот Бальцефон увидел чудо, как Моше Рабейну разделяет море на две части и красивая, прекрасная, сухая дорога посередине. И Бальцефон не мог повлиять, чтобы о спасении еврейского народа. И у другой стороны египтяне, которые служили Бальцефон всю жизнь, когда они вошли в море, рядом с этого Бальцефон, Бальцефон не мог ничего не делать. В моменты, когда Всевышний решил закрыть вода, и чтобы они оставались все там и до сегодняшний день, так и было, и все остались там. То есть это упоминание Бальцефон дает нам понять, дает нам понять, что идолопоклонство – это ноль, и это даже меньше, чем ноль. Поэтому это упоминается в том. Такое же правило существует и в имя Балак. То, что Тора решила называть этой главой, такой имя Балак, это не для того, чтобы оставить Балаку какой-то память. Нет, мы этого не хотим. Но мы хотим, чтобы каждый год, когда мы читаем эта глава будет давать нам самый сильный урок и ежедневный нашей жизни. Что был Балак? Балак был злодей. Как мы сказали, Медраш Танхума говорит, самый-самый страшный злодей еврейского народа был Балак. Давайте посмотрим результат. Что было в этой истории? Что было в результате история из Бильама и что было из потомки Балак? Начнем из Бильама. Бильам пытался проклятить еврейский народ один раз, второй раз. Что было на третий раз? На третий раз начали благословение. Благословение, которое мы получали от Бильам, это такие благословения, которые мы никогда не получали. Не от Моше, не от Аарон, не от Авраам, не от Ицхак, не от Яков. Самые большие, широкие благословения мы услышали в пророчество, которое произнес кто? Бильам. Как сказал ему Балак, я нанимал тебя, что ты бы их проклятил, а ты их благословлял. И не просто благословение. Знаете, где есть в Тора обещание и источник о приходе Машиаха? Нашей глава Балак. Слова Билам. Билам говорит, дарах кохав ми Яаков. Он обещает о том, что будет время, и звезда большая со сыновей Яаков поднимется и возьмет на все изгалут. Кто стал причина эти прекрасные слова? Кто? Да, Балак. Балак был заказчик. Балак за это деньги свои заплатил, и в результат Бильам стал каналом Всевышнего, который через него мы получали такие большие, великие, святые благословения, которые мы никогда не получали. Мы получали обещания о будущем освобождении, о грядущем мире, о приходе Машиаха. Так что мы получали от Балака? Балак нам делал добро или только зла? Мы смотрим по результат. По результат Балак стал причина на самое большое благословение. А потом давайте пойдем шаг дальше. Этот Машиах,
которая о нем читал пророчество Билам по заказу Балака. Он же обещал первый, который придет Машиах. Это и пророчество он обещал о Машиах. С какой колена Израиль будет этот Машиах? Колено Иуда. И в колено Иуда, как мы его называем, Машиах бен Давид. Машиах это был, будет потомок Давид. Это был правнук Давид Амелех. Цар Давид, Довид Малке Машихе. Давид цар Машиах. И его Машиах это будет правнук Давид Амелех. Цар Давид. А кто был Давид? Кто была прабабушка Давид? У Давид был отец, звали его Ишай. Отец Ишай звали Овед. Отец Овед звали Боаз. А как звали мама Овед? Рут. Из какой нации была Рут? Рут ха-Моавия. Рут из Моав. Рут, известная Рут, которую мы они читали в праздник Шавуот. Рут, которая была вдова, и которая ходила из Йотьоша Наоми, и приняла полный гиюр, и она сказала, «Амех ами, ואלוקייך אלוקיי». Она сказала, «Твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог». Она была прабабушка царя Давида. А кто был прапрадедушка Рут? Знаете кто? Да, это был известный нам Балак цар Моав. Представляете себе, что происходит? Балак цар Моав. Тот, который бил в это время злодей, враг еврейского народа, который нанимает пророк Билам, чтобы это использовал, как мы этого называли, неконвенциональное оружие, чтобы он уничтожал, не дай Бог, целые нации, целый народ. И в результат действия этот Балак происходит два вещи. Номер один – и в его семья, его праправнучка Рут становится еврейка. А кто был правнук Рут? Цар Давид. Цар Давид, вечный цар еврейского народа. Давид мелех Исраэл хай וקיים. Цар Давид он вечный. Царство, семейство Давида, оно вечное. И даже если сейчас ее нет, но когда придет Машиах, он будет из колена Иуда и семейства Давид. Машиах бен Давид. Машиах сын Давид. То есть цар Машиах, если мы будем правильно этого понимать, чей он будет правнук, кто будет его дедушка? Балак. Балак стал, он возглавил семья, которот это и семья через много-много лет будет сын, который будет спасать еврейского народа, тот, который Балак хотел уничтожить. Это факт номер один. Факт номер два. Балак стал причина на пророчество о том, что его праправнук будет тот Машиах, который получит от Всевышней эту поддержку, чтобы Всевышний будет его избирать, и он получит от Всевышнего эту святость, и эту силу, и этот толчок, и эту возможность стать царя Машиаха, и объединить весь еврейский народ, и вернуть их в их родину, и построить бейс амикдош, и пустить в этот мир новый божественный свет. На эти все вещи мы скажем спасибо кому? Кто стал инструменты в руках Всевышнего, чтобы эти все вещи были, это был Балак. И вот что это учит нас? Ребе говорит интересные вещи. Когда мы смотрим на Балак, мы можем смотреть на Балака, когда мы видели его сразу так, злодей,
негодяй. Мы не хотим помнить о нем, мы не хотим видеть его. Но когда мы смотрим более глубоко, и когда мы смотрим дальше в период, мы говорим, минуточку, правда, этот несчастный Балак хотел нам делать зла. Но что в результате его действия получилось? Смотрите, как хорошо получилось. Тогда этот Балак уже нас так не пугает. Мы видим о том, что и этот Балак мог стать причиной на хорошие вещи. И мы не боимся. Говорит Ребе, в жизни они переполнены сюрпризы, испытательные моменты. Обычный человек, когда он встречает, не дай Бог, испытательный момент, он сразу теряет свои уверенности, это его пугает. Он не знает, как реагировать на это. Но мы должны знать, что когда Всевышний ставит перед нами испытания, он ставит перед нами не испытания, но большая возможность. Это не испытание, это возможность. И мы должны всего лишь поменять очки, по-другому смотреть. Мы, как верующие люди, знаем, что любое испытание, которое Всевышний нам ставит, это для того, чтобы вытащить от нас большие силы. Силы, которые так мы их не используем. Но когда наступает испытательный момент, открываются наши силы. И они идут, мы поднимаемся на новый уровень действия. И тогда мы создаем сосуды на новый уровень получения благословения Всевышнего. Это все меняет, все меняется. И тогда этой ситуации, которая кажется нам испытанием, кажется нам кризисная, она на самом деле является толчок на новые возможности, на новые вещи в жизни. Вот это один из вещей, который учит нас. То, что Тора называет этой глава в имя Балак. Когда мы с вами в этот шаббат будем слушать, читают и в Тора Балак, каждый скажет себя, испытание, не переживай. Был уже один Балак, который все побоялись и подумали, Балак, Балак, Балак. А и результат как было? Этот кризис стал самой большой возможностью для еврейского народа. Также любая кризис, любой кризис, любое испытание, она станет самой большой возможностью для всех. И поэтому мы называем его Балак. Чтобы мы всегда напоминали себя этого, чтобы мы всегда укрепляли нашу веру и уверенность в Всевышнем. Что любой кризис – это возможность. Любой конец – это новое начало. За каждый дверь, которая закрывается, открывается новый дверь. Так действует Всевышний. Почему он так действует, мы не понимаем. Но мы знаем, что так он действует. И мы знаем, что он нас любит. И мы знаем, что он желает нам только хорошо. И поэтому вспомним о Балак. И это станет для нас источник поддержки. При любых обстоятельствах. При любых кризисных обстоятельствах. При любых испытательных моментах. Мы укрепляем наше веру в Бога и понимаем. Вот. Открывается дверь, чтобы открыть новый. Большая дверь. С большая браха. С большая возможность. Но смотреть так или не смотреть так, это уже наш выбор. Верить, быть уверенным во Всевышнего и делать то, что надо делать. Когда мы будем так поступать, тогда мы, как наши предки заслужили, благодаря уверенности во Всевышнего, они заслужили увидеть большая браха и больших чудес, так и будет с нами. Этот шаббат мы будем праздновать праздник освобождения. Любая геула, геула, которая была связана с большой цадик, геула, которая была связана с поколением, что благодаря этого была возможность сохранить еврейские жизни при советской власти, при советском государстве, которые это были злодеи, которые были в наше поколение, которые мучили евреи, издевались над евреями. И где они сейчас, они все? Их вообще нет. Уничтожается весь память от них. Эти все вещи должны стать для нас источник поддержки, источник уверенности. И благодаря этого, дорогие друзья, я хочу вам давать браха. То благодаря нашей битахон полной уверенности во Всевышнему,
Мы заслужим тоже в этой ситуации, в которой мы находимся сейчас. Коронавирус и карантин – это все неприятные вещи, которые имеют неприятные последствия. Не дай Бог в здоровье людей, не дай Бог в заработок людей. Но все, что делает Бог, любое испытание – это возможность. И наверняка их здесь есть. Большая браха, большая возможность. Мы должны просто быть уверены, еще больше исполнять митцвес, учить Тора. И главное, как мы всегда говорим, повлиять на других евреев, чтобы они тоже учили Тора, исполняли митцвес, хотя бы одна митцва, чтобы люди исполняли. Это будет сосуд на получение благословения Всевышнего. И мы будем выходить из этой кризисной ситуации, как из Египта, в ней Исраэль, йойцим биодромо. Мы будем выходить из этой кризисной ситуации, из уверенности на новый уровень, на новый этап жизни, духовный, как и материальный, как и духовный. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Желаю вам всем шаббат шалом.